Впервые на международном уровне проведена научно-практическая конференция «Олимпийский спорт. Педагогическое наследие» Дмитрия Коркина. Мероприятие состоялось в рамках 10-го международного турнира «Гран-при по вольной борьбе памяти заслуженного тренера». В конференции приняли участие 15 зарубежных стран. Ее участники обсудили возможности Института физической культуры и спорта как центр инновационно-технологической подготовки кадров по спортивной борьбе, изменения биомеханических и физиологических показателей борцов после применения восстановительных средств и другие вопросы. Институт заключил договоры с несколькими странами, что даст консолидацию исследовательских работ в республике с другими учеными, а также возможность тесно поработать с тренерами и деятелями научной сферы. В этом году вместе с Министерством спорта решили провести научную практическую конференцию на международном уровне. Я думаю, даст большой толчок, прорыв даже, можно сказать, продвижение научно-исследовательской работы по вольной борьбе в связи с тем, что в данное время к нам, уже когда мы отправили информационное письмо, к нам отправили очень много различных своих исследовательских работ стран, которые являются спортивной державой по вольной борьбе.